Приветствую, друзья, коллеги, меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер, и в этом видео хочу презентовать вам компанилу, которую мы сделали в нашей студии для коттеджного поселка, который называется «Маленькая Италия», это вот здесь мы сейчас находимся, сейчас покажу, как она выглядит, и самая главная задача – это найти сейчас генерального подрядчика, кто будет ее возводить, то есть нам нужны ответственные строители, которые любят и умеют делать свою работу для того, чтобы возвести с нуля до реализации башню. В жизни это выглядит примерно вот так. У меня есть сейчас три альбома, который называется «Концепция». Это как вообще мы придумали. Если кратко, то так она будет выглядеть. Вот это место, где она будет находиться. Вот здесь вот буквально такая будет 21 метр. Мы сейчас находимся здесь. Здесь наш офис. И я сейчас вот отсюда примерно смотрю и показываю. Вот такая башня, сделана из металла плюс White Hills искусственный камень. И снизу еще будет дополнительный фонтанчик. Заказчик данного мероприятия ТСЖ, то есть вот жители решили в такой архитектурной концепции поставить здесь компанилу, такую центральную. Заключать договор нужно будет с руководителем ТСЖ, с председателем. Ночной вид, здесь нужно будет подсветочку тоже сделать, организовать. Вот такое будет место и объект, нужно ее построить. Так, ну, собственно, это так, как она выглядит. Материалы, которые мы планируем применять, в основном это White Hills. Здесь мы уже применяем вообще в поселке. Архитектурные элементы были применены тоже White Hills, поэтому, в принципе, тут все в тему подходит. Кирпичи подобраны. Да, это была концепция сделана, по которой мы уже в дальнейшем разработали архитектурный проект и рабочая документация. Нам нужно совместить управление, чтобы у вас была возможность управлять всем этим делом, чтобы все подрядчики, смежники были тоже с вашей стороны, чтобы вы заключили контракт с управляющей компанией и за определенные там деньги все сделали. С нашей стороны это были конструктивные решения и рабочая документация, чертежи АР. С нашей стороны у нас здесь будет архитектор, который будет подсказывать, помогать. Но единственное, что мы делать не сможем, это за вас проуправлять. То есть нам нужны не совсем строители, а больше те люди, которые умеют организовывать и делать генподряд. Если заинтересовались, то пишите мне по почте, пишите в личные сообщения, в общем, связывайтесь, рассказывайте о себе. И дальше я уже представлю вас председателю, чтобы он заключил с вами контракт. Да? Детальные чертежи есть, абсолютно все. Все расчерчено, то есть все узлы, ничего выдумывать не надо. Рабочий проект очень хороший сделан, но мы сами делали, вот поэтому здесь мы знаем и понимаем, как должно быть. Нужна смета на реализацию, ну и естественно реализация. Желательно вот в следующем году это все запустить и сделать. Так, чтобы вот здесь к весне, либо к лету была вот такая красивая тема, как на изображении. Со своей стороны готов то все это дело освещать, в том числе брать интервью, провести медиа-поддержку и в дальнейшем советовать, рекомендовать вас в качестве надежных подрядчиков и поставщиков. Поэтому, если эта тема вам интересна, если вы надежный подрядчик, пишите, либо звоните, ну, лучше пишите, да, и присылайте о себе, и дальше мы уже с вами побеседуем, и, возможно, вы поможете нам построить такую необычную, интересную компанилу, это будет интересным кейсом в нашей совместной работе. Коллеги, также обращаюсь к вам, если вы дизайнер, архитектор, либо вы сами не являетесь строителем, либо подрядчиком, но знаете таких, если у вас есть надежные контакты, то поделитесь, пожалуйста, с ними этим видео и присылайте мне, мы с ними пообщаемся, я буду вам безумно благодарен за такую рекомендацию.